Snakes Rattle and Roll. Давным-давно в Змеином Королевстве было все хорошо, даже просто замечательно. Но однажды неизвестные злые существа украли у королевства знак власти, волшебный флаг. После этого королевство пришло в упадок. Чтобы его спасти, или то, что осталось от королевства, король Змеиного Царства посылает двух друзей, весельчаков за волшебным флагом. Этих друзей зовут Rattle и Roll, и вы наверняка их помните, мы с ними познакомились в формате 8-бит. Теперь они со всеми врагами и уровнями перешли на 16-битную платформу Sega. В игре 12 уровней, и как всегда, чтобы пройти каждый, нужно открыть дверь. А дверь открывается, если звонок на весах сработает. Чтобы сработал звонок, нужно иметь приличную массу. А чтобы эту массу набрать, нужно хорошо питаться. Хорошее питание характеризуется длиной хвостов у змей. Настоящие геймеры, не пропустившие ни одной программы, наверняка вспомнят, что эту игру мы показали на приставке Dendy. Тогда мы рассказывали, какие в игре секреты, бонусы и так далее. Так вот теперь вспоминайте их, так как данный продукт — полная копия 8-битной версии. Но я уверен, что те, кому не надоело гонять змей на Dendy, и теперь с радостью будут гонять высококачественных змей на Sega. Удачи вам, погонщики! Интересовался, за что и поплатился. А кому придется теперь выручать Дональда? Естественно, нам. Так что будьте готовы к ужасам запредельного мира. Ну и Дональд не лыком шит. На вооружении у него пистолет, стреляющий различными видами патронов, которые можно легко подобрать прямо на поле боя в виде бонусов жуков. Также в игре имеются мешочки с деньгами и золотые головы Дональда, которые прибавляют ему одну дополнительную жизнь. Первый уровень игры — древнее поместье, которое стало убежищем для злых сил. В этом поместье обитают пауки, какие-то морды на стенах и зеленые зубастые существа, живущие в воде. Чтобы добраться до босса, гигантского железного паука, надо пропрыгать по гигантскому адскому органу. Второй уровень — развалины древнего китайского города. Попав на уровень, Дональд неожиданно узнает, что его пистолет отказал, но он встречает какого-то языческого бога, который наделяет его духом самурая. Теперь Дональду собственный пистолет-то не нужен, ведь у него есть шест и костюм воина тени. Босс второго уровня — статуя древнего бога, которая атакует Дональда его же двойниками. Далее Дональд побывает на затонувшем корабле, где его будут атаковать рыбы и голова пирата-капитана. В джунглях Дональд встретится с пигмеями, вооруженными циркулярными пилами. Такая вот фантазия разработчиков. Пройдя десяток уровней, вы наконец-то попадаете в ад, где и встречаетесь с начинателем всех бед — с сатаной. Вообще-то игра производит благоприятное впечатление. Во-первых, главный герой — диснеевский персонаж Дональд. Во-вторых, игра не проходится за один присест, а требует к себе особого внимания. Секретов к игре мы найти не смогли, так что используйте все, что попадается вам на пути. Количество полезных предметов вы можете пополнить в бонусе, но будьте осторожны. Потерять там все так же легко, как найти. А теперь предлагаю просто посмотреть на миксованные уровни этой игры. Пропитайтесь атмосферой потустороннего мира вместе с Дональдом.